мы вскроем с вами Мику. Снежную, снежную Мику. Она шла ко мне 10 месяцев. Сейчас переместимся с вами в другой ракурс. И будем скрывать эту коробочку. Сейчас мы откроем коробочку с Мику и посмотрим ее поближе. Но сначала давайте рассмотрим коробочку со всех сторон.
самом деле эта девочка очень сильно отличается от оригинала, заказанного мной когда-то с eBay. В отличие от оригинальных таких фигурок, у нее ничего не двигается, ни ручки, ни ножки, ни хвостики. И у нее не хватает одного штырька под ногой. Дырочка в ступне есть, а на что насаживать? Скорее форму
резинка-фиксатором на запястье рукавов у героини не имеется. Что касается спинки, то здесь ситуация, в принципе, аналогична тому, что мы наблюдаем спереди. Стоит фигурка на тонкой подставочке в два раза ниже, чем оригинала, но при этом на подставочке есть вот такой вот принт фиолетовый со снежинкой с надписью Snow Miku 2014, простите, видимо, фигурка 2014 года по своему дизайну. И в руках у Мику в руке есть зайчик белый, вот такой кроличек, Васенька, с темными кончиками ушек, и у кроличка повязан фиолетовый бант с помпонами белыми на кончиках завязок. Это очень круто. И также в наборе шла вот такая вот книжка. Максимум, что можно сделать с книжкой поставить.